Яночка, всех собрала друзей? Да. Отлично. Почти. Вот сейчас каждый, наверное, каждый из друзей скажет что-нибудь в сторону, да? Какие-то поздравления, наверное. Правильно? Каждый подготовил, да? Правильно? Отлично. Первый. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю все здорово. Супер. Следующий. Диана, желаю тебе счастья, успехов в учебе. И много-много, очень-очень много счастья. Спасибо. Следующее. Счастья. Да, ты очень хороший человек. Я тебя знаю очень давно. И я хочу, чтобы ты была такой же хорошей девочкой, как была все это время. Спасибо. Чтобы в школе тоже успевала. Спасибо. Диана, поздравляю тебя с днем рождения, оставайся такой же красоткой. Спасибо. Ты очень веселый, спасибо. 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 Поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья, жизни, пух. Диана, я тебя поздравляю с днем рождения, желаю счастья, здоровья и много-много всего. Еще раз спасибо. Диана, с днем рождения, желаю счастья, здоровья, любви и хорошего настроения. Спасибо. С днем рождения, супер! Оух! Ну что, дети, мы находимся в замечательном комплексе Бутерфляй. Мы любим Бутерфляй? Да! Супер! А теперь каждый из нас скажет несколько слов, за что мы так сильно любим Бутерфляй. Кто первый начнет? Давай ты первый. Я люблю Бутерфляй, потому что я сюда приезжаю каждый год, и мне здесь нравится отдыхать. Супер! Браво! Так. Я люблю Бутерфляй, потому что здесь живут мои друзья. Супер! За что ты любишь Бутерфляй? Почему? Потому что я всегда приезжаю, я очень люблю свою маму и всех своих друзей. Супер! Браво! Нравится вам отдыхать в Бутерфляй в комплексе? Да! Отлично! Я хотела бы вам рассказать немного про Бутерфляй. Это очень хороший комплекс. Тут очень красиво и есть детская площадка. И также бассейн, в котором вы можете плавать. Вы до 4 нельзяшими, и так далее. Это тихий час для детей. И самая работа с 8 утра до 8 вечера. И где на детской площадке оставлять нельзя. Она предназначена для детей до 7-8 лет. Рядом находится море. И также год. И поэтому очень чистый воздух. И рядом есть магазин, как замечутся плодовые мероприятия. Здорово, дети весело, хорошо.